Покрякай-покрякай у меня. Пуха, взять его. Ой. А возьми. Да ты что, с ума сошел? Ну смотри. Я говорю, все. Володь, ну зачем ты? Он же живой. Ну. Однако шахотник. Нет, но должен же быть предел. Ты что это живьем скармливаешь? Да без отца растет, чего ждать-то? Живодер. Пруд колонии его шелковым будет. Ну ладно, ладно, раскудахтались. Голову открутить не мог? Чего, баба, раскудахтались? Ну ты, Володька, не в коня корм. Ты зря стараешься. Из твоей лисицы собаки не получится. Зачем птенцов травишь? Ничего, в городе у вас мало. У нас полно. Это верно, у нас этого добра много. Что ж так людей-то возишь? Здравствуйте, Кузьма Васильевич. Пусть с утра рабочим духом заправится. Это точно. Это им на пользу. Машину запоришь. Ладно, починим. Ладно. Тогда поздно будет. Вот это верно. Ты, Петька, машину-то береги. Поберегем, поберегем. Здорово. Здорово. Не хочу. Сознательный человек, Кузьма Васильевич. Никита, пойди сюда. Дурной, все в город, а это сюда приехал. Ничего, с годик покрутится, оботрется. Да брось ты эту хреновину, Васильевич. Иди лучше покурим. Не вывезли, что ли? Забыли. То есть как забыли? Ну, забыли. Жена-то у него упирается. Не привыкла еще. А я в город. Я здесь не останусь. Я жить хочу, хочу мир посмотреть. Вот в армию пойду, а из армии уже в город. Хочу мир посмотреть. Посмотри. Чего? Скоро, вчера у них были. А дочка-то вашего бригадира какого парня себе отхватила? Свадьба скоро. Сенька ты, Ильин. Ну? Да пусти ты. Ну, постой, Нюр. Смотри, прогадаешь. Гармонисты-то всем нравятся. А я свободный. Коль, ты когда в деревню приедешь? А то без тебя скучно. И на баяне некому играть. А работа кто будет? Потом наиграемся. Ты уж всех обогнал. Одного Кузьму Васильевича обойти. Первым будешь. А ты, Володька, молчи. Как пуха работаешь, не больше. А это Николай только на год старше тебя. А это уж не твое дело. Ты в зеркальце поглядываешь. Да счеты считай. Дурак. Сама дура. А косилка? Че косилка? Че? Че? Ты-то что смотрел? Да разве за всеми усмотришь? Конечно, надо было ее укрыть. Вон она как проржавела. Надо бы, надо было. Поехали, что ли, хозяин? А, поехали. Ты не убивайся шибко-то, это бывает. Ну вот что, ты сажай на мою косилку Николая, он парень тертый, а я тут повожусь. У тебя есть какой инструмент? Найдется. Ну, гляди, только зря время теряем, а время-то не ждет. Ну почему косилку-то не укрыли? Так вот я и говорю. Разве за всеми уследишь? Ладно. Чего говорить-то? Пошли работать. Обижается? Непорядок, конечно. Ничего, не пропадем. Городской, вот в прошлом году приезжали на картошку. Тоже все сельским хозяйством интересовались. Ну, городской обойдется. Да мужик он, просто мужик. Вот сердце у него и болит. А я же не мужик, у него...
Сын-то наш, глядите! Упрямый ты, Кузьма Васильевич. Заработала, надо же. Ну вот, я же говорил, что ничего с ней не случится. Железная, небось. Это что же вам теперь за это? Орден или премию какую дадут? Да идите отсюда. Дрянной мальчишка растет. На. Ну, не без этого, конечно. Да. Хотя работы не боится. Скажи, пожалуйста, некому на баяне играть. Колька, сходи за водой. Нет, это не мое дело. Ну, а кому ж теперь за водой-то идти? Как кому? А кто за это отвечает? Молочку ждать будем. Я свое сделал, а теперь отдыхаю. Ну, чего ж теперь делать-то? Где его черти носят, раз он такой бестолковый? А вода-то нужна? Это уж твое дело распоряжаться, ты давай, бригадир. Давай, давай, уговаривай. Вот я и распоряжаюсь. Ну, сходи, Коля. Ну. Да никуда я не пойду. Из-за других чужую работу делать не буду. Это правильно. Правильно, только так рассуждать нельзя. Ты ведь самый молодой. Я не согласен. То есть как не согласен? Ежели он за кошевар, так пускай к моему приходу все аккурат будет. Мне за водой, что ли, идти? И не стыдно? Не, не стыдно. А чё мне стыдиться? А под чужие хомут свою шею я подставлять не буду. Эх. Девки, разбойник! Мажор! Где тебе черти носят?
Кто за тебя чайник греть будет? А если у меня балагур убежал? У тебя балагур особенный, за девками бегает, бессовестный. Просто его дело сделать не может, обязательно подвести надо. Вон Николай, на год старше тебя, ведь за взрослого работает. Пролаялись? Прополоскали глотки? Ты это хулиганство брось, привык с матерью. Не понимаешь по-людски? Так по-другому можно объяснить. Ты вот тут целый день бездельничаешь, а Кузьма Васильевич после работы за тебя воду должен носить. Ну что, руки-то у него не отвалились? О, посмотри, здоровый. И руки на месте. Среди лошадей и налетку на веревку. А то уйдет, кобыленка-то бедовая. Ну? Не ну-ка, хомут еще не запряг. Ну, что с ним делать? Школа не ходит, всем грубит. Ну и работенка вроде не неволим, а ну вот совсем от рук отбился. Прям беда. Мать шалопутка. Одно слово — без отцовщина. Это ты здорово придумал, Кузьма Васильевич. Эдак и за шепотки можно взяться. Туда, считай, лет 5 не добирались. Дорога трудная, опять же. Так еле доберешься, а с косилкой не пробовали. А если попробовать? Ну, если бы ты за это дело взялся. Во где сено-то. Хорошо бы. Какой год пропадает? Вон хозяин настоящий. Сперва собаку, а потом сам. Ну да. Твоя пух только сорок гонять. А белку не при тебе облаяла? Белку? Это когда же? Когда же? Балда ты, Володька. Маленькая собачка до старости щенок. Видишь, какой у нее глаз хитрый. Умные люди на улице такое добро выбрасывают, а дураки его подбирают. Но это мы еще посмотрим. Кто из нас умный, а кто и дураки. Теперь с лишней косилкой мы, пожалуй, все бригады обскочим. Хорошо бы. Николая мне в помощники дашь? Ежели такая сушь, мне без помощника не управиться. Николая не могу. Некому на косилке работать. Кузьма Васильевич, а Володьку не хочешь? Он на тебя уж целый час влюбленными глазами смотрит. А все равно, где ему хлеб переводить. Не поеду. Дорогу знаешь? Знает. Знает, там у нас рыбалка известная. Thank you.
Тобой, Володька, можно в разведку идти. Это точно. Вон, Володька, и годом тебя младший без отца, а какой парень. Володька у нас настоящий мужик. Хорошая собака растет. Настоящая охотничья. Пуха. Это да. Володька! 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 Отойди! Чего орете? Нет лошадей. Ушли. Порядок. Ему же сказали связать. Что вытворяет шельмец? Ах, прихиндей. Навязали ирода на мою шею. Навязали, так учить надо. Ну, а как учить? Я его и так, и едок. Ладно, лошади сейчас будут. Распустили, Игнат. Парня, распустили. Ну, а что делать? Что делать? Что делать? Одного парня обломать, да, не можете. Да, это ведь такой парень. Сирота, без отца растет. Ну, значит, то надоело. Каждый день одно и то же. Должен же быть предел. Во, уже конторские едут, а его все нет. Вот он. Ах, дьяволенок паршивец поганый. Ружьишком забавляется, ну. Ты что делаешь? А чего? Ты что делаешь? У тебя совесть-то есть или не ночевала? А чего? Ого. Что? Большим вырос? Ну, погоди, гад. Что это он? Да лошадей упустил. Ну и что? Ну и что? Бригада не могла... С ума сошел. Ну и что не могла? Что не могла? Подумаешь, свет перевернулся. Опоздал на один час. Нехорошо это, Кузьма Васильевич. Ведь не своего бьешь, сироту. Какой он к черту сирота, заладили. Меня отец в его годы драл, как сидорову козу. Так кто отец? Мой отец, ежели кто напакостил, одинаково драл. И своих, и чужих. И мне наказывал. Жалеете. Как бы ему ваша жалость боком не вышла. Чего набычился? Рожу-то вытри, не на спектакле. Иди чай пить. Никуда я не пойду. Ты вон скольких обидел, а обижаешься. Иди, иди. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Добрым летним утром, друзья. Собирайся, Володя. Привет, Шепотка. Никуда я не поеду. Ну, давай, давай. Давай, собирайся, Володя. Собирайся. Сказал, не поеду. Чего пристали? Пристали? А ну, живо собирай свое барахлишко. Один живешь или среди людей? Действительно. Ну, чего дурака валять? Людей-то не хватает. Ты же не прав. Ну, давай, собирайся, давай.
Ладно, я ему наработаю. Я ему устрою. Ну и кусачие. Видать, кровь вкусная у тебя. Журчит. Ключи со дна бьют. Вот и похоже на шепот. Потому и шепотки называются, верно? Ну и дорога. С косилкой тут не пройти. А другой дороги нет? Другой. Другую пока не открыли. Задача. Умные люди сначала думают, а потом делают. А ты что предлагаешь? А мне какое дело? Ты начальник. Ты решай. Ты меня раньше спрашивал? Устраняешься, значит? Настил надо градить. А с ним мы как раз до осени управимся. Ну, ладно. Двигай к избе. Обживайся, в общем. А я пойду тут, буду соображать. Соображай, соображай. Ну. Ну, пошли. Ну, давай, давай. Ну! Ну, пошли, кому говорю. Куда садись-ся? Ну! А ну, сюда иди. Ну, пошли! Ну! Давай, давай, давай! Ну! Ну! Так, хорошо. Ну! Ну! Ну, пошли! Вот! Ну! Собака, зверь. Люди глупее его соображали, калтус мастили. А он поди особенный. По воздуху на машине проскочить хочет. Антипин. А ну, подите сюда.
Вы почему себе позволяете бить по мордам, а? Ну! Ну! Ну-ну-ну! Ну! Ну-ну-ну! Ну! Ну-ну-ну! Ну, пошел! Ну, давай! Давай, давай! О! О! Так! Так! Перелеви! О! О! Кузьма! Кузьма! Сюда давай! Сюда! О! 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 Ты даешь, Кузьма. Извлеки дорогу сделал. Из наших бы никто бы не додумался. Что, на курорт, что ли, приехал? А что надо? Что надо? Что? Что? Сам не знаешь, что надо. Избу обкурили. Ну вот, теперь и себя можно в божеский вид привести. И так бы обошлось. Зачем же так, когда можно нормально? А это еще зачем? Может, и туалет ставить будем? Конечно, надо место определить. Природа уважения требует. Ничего, своя земля выдержит. Ты про Робинзон Крузо читал? Ну? Вот был человек. Себя уважал и свое место в природе понимал. Потому интерес к жизни. В книгах не такое напишут. Это ты зря. Люди на земле не первый год живут. Тебе бы тоже не мешало, гляди, на кого похож. Мы не городские. Это у вас в городе к одеколону привыкли. Ну и ходи немытый! Хорошо. А ну поддай. Есть-то, погоди. А ну, пойдем. Крутанешь, точило, крутанешь, точило. Давай побыстрей. Побыстрей давай. Ешь. У меня свое есть. Ешь, говорю. Осмотрелся, тошно. Каждый уставится в свою тарелку. Ну? Можно.
Пуха. На, держи. Я пойду лошадей посмотрю. Не надо. Сегодня устали. Никуда не уйдут. Вставай, вставай, Соня! Ты кого это стараешься? Доброе утро. Кобыле, что ли, понравится хочешь? Себе. Чудной, еще в городе жил. У нас в деревне и то понимают, что к чему. Вот поспать, это да. А кто за тебя умываться будет? Это не обязательно. Днем потеплеет. А ну-ка давай живо. Ну, ты готов? Куда еще готов? Что, не узнаешь? Красота-то какая. Вот так живешь и не видишь. У нас такого добра полно. Ты учти, момент, можно сказать, исторический. До нас здесь никто с машины не бывал. Ну, начали. Что делать? Пуха, момент исторически наблюдать. Хороша трава. Хороша. Что ж вы таким добром распорядиться не можете, хозяева? Со стороны оно всегда удобнее указывать. Из района приезжают, такие байки рассказывают. Хочешь попробовать? Чего попробовать? Можно. Ну, ну, пошли. Ну, ну, пошли. Ну.
Что ж ты молчал? Я второй день голову ломаю, машина будет простаивать. Давно косишь? Приходилось. Ну, ладно. Пойду пройдусь по Пожним. Тут весной топит. Хлама полно. Косу бы не сломать. Ну, Нюрочка, держись. Пошли! Пошли! Устал? Да что ты, мы в деревне, а вообще есть немного. Ну, отдыхай, там тебя щука ждет, на мели зарубил. Хорошая водичка. Так. Что там в мире творится там? Ага. В Норвегии разбился реактивный истребитель. Летчик погиб. Летчик погиб. Рыбка-то вкусная? А, лодка! Ты куда? Да вот, не могу ли какого щуренка зацепить? Я тебе что сказал? Отдыхай. Да чего уж там, разберусь. Ну, смотри сам, сено-то сохнет, потом носом клевать будешь. Ну, слушай! Смехота, днем отдыхать, хотя для дела. А твое какое дело? А? Сон хозяина охранять. Поняла? А ну действуй по инструкции. Оп.
Да кто же ты столько накосил-то? То есть как кто? Владимир. Это какой Владимир? Володька, что ли? Ну как же. Кому Володька, кому и Владимир. Фролов. Да быть этого не может. А вот и может. Это точно. О. Крепко выдал Владимир. Бывает. Повезло. Просто пажня меньше изрыта. Володь! Опять что-то натворил, стервец. Ну, что ты будешь делать? Так недолго и под косу попасть. Ну, да. Давай-ка иди, поспи малость, парень. Я тут все наметил. Закончить надо. Давай, давай, иди, иди. Нечего носом хвосты чесать. Я чуть-чуть. Куда в поле-то? Лошадей смотри, Кузьма. Лошадей. Володька, давай вставай, парень. Вставай, вставай. Давай. Ну-ка. И... Взяли. Вот так. Пошли. Вот тебе постель. Ложись. Вот так. Ну, самоубивец. Живой? Прямо под копыт привалился. Это я тебя сюда принес-то. Ну да, ничего не помню. Скажи спасибо налетке, не пошла на тебя, а то бы скосила. Не понравился ты ей. Как ты не понравился? Да так не понравился. Да что ты мне разыгрываешь-то? А? Володька, стой! Я... Ты жизнь! За тебя!
Я, Кузьма Васильевич, что думаю? Вот армию дождусь, мир хоть посмотрю. В Сибири или на Дальнем Востоке побываю. Вот где интересно, а? А может, и в Москву попаду. А у нас что, шепотки? Ясное дело. Но и у нас не хуже. Сказал тоже. Смотри, красота какая. А богатство? У нас богатство. Уморил Кузьма. Да, у нас. Зря смеешься, парень. Жизнь надо строить на своей земле. Опа! 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 Пошли! Здорово, Кузьма! Придется поднажать, а то Никита нагрянет, а у нас за дело нет. Придется! Ну! Ну! Ну, пошли! А ну, давай назад! Ну, поворачивай! Ну! Ну, давай! Ну, давай, давай! Ну! Ну! Ну, двигай! Ну! Ну! Thank you.
Плохи мои дела. Хотел к тебе прийти, да так скрутило. Ой. Чего уж там? Хуже нет. Ждать да догонять. Когда же они приедут? Ну что, сильно устал? Ну. Ты знаешь, Кузьма Васильевич, я ведь без отца. Слыхал. Мать говорит, что Максим, шофер из леспромхоза. А что за Максим? Таком никто и не слыхал. Может, у меня от того и пошло все в раскосец, что я контрабандным путем на свет появился. Да и черт с ним, с отцом. Прожить можно, верно? Мать не оставляй. Да ну ее. Это ж мать. И другим не позволяй о ней говорить плохо. Зря ты больной ходишь, еще хуже застудишь. Не сидится. Устал? Есть немного. Сено-то пересохло. Да, идешь по волку одна труха. Ну как она-то? Что? Нормально. А давай-ка я вон тут мыс скошу, а? А чего? Скоси. Ну, я пойду. Давай. А ты отдыхай. Угу. Оп, пошли! Кузьма Васильевич, что ж они проклятые не едут? Дожди пойдут, все наше сено кобыли под хвост. Ну? Ох, и доберусь я до этого Никиты. Ну! Ну, пошли! Ну! Ну! Ну, давай! Кузьма Васильевич, ты за границей был? Я тут одно кино смотрел недавно. Как они могут терпеть капитализм? Я б ни за что не вытерпел. Чего-нибудь открутил и в лес. Ну? Ну! Ну! Да стойте вы, поговорить с человеком не дадут. Стой, кому говорю! Ну? А хорошо, когда один за всех и все за одного. И никто никого не подвоет. Ясное дело, приятно. Bye.
Иди за водой, пои гостей чаем. Давай быстро. Эй, где там есть-то? Живые! А, это ты? Привет колхозным трудягам. Здорово. Иди подкормись, корявые. Ну как, много наработали? Да почти все сделали. Зря. Это почему? Такой день завтра. Какой день? Здорово, Кузьма Васильевич. Ну что, остальные где? Сзади? Дорожка, однако. А как это вы косилку протащили? А? Я смотрел, смотрел, следов нет. Кузьма Васильевич новую трассу сделал. Да не в трассе дело. Что ж так долго ехали? Ждете, когда дождь грянет? Эй, ты быстрый. У нас конторские 2 дня нос не показывали, а ты захотел. У вас без конторских делать нечего. Твое дело знаешь, поел и на бок. Скажи. Че это у тебя шея-то обмотана? Это Акчири скрутила. Как там моя? Да я в деревне не был. Наверное, нормально. Ну, ограбли одни, двое везете. В среду эти и другие будут. Как в среду? Почему в среду, а не сегодня? Чудак человек. Сенокосты кончили. А потом праздник. Люди должны денек отдохнуть. Так. Значит, навоз разводить будем. Ну вот что, передай Никите, ежели завтра, слышишь, завтра утром не пришлет грабли, я из него душу вытряхну. Так мне, значит, на 180. Ну а чего тебе здесь делать? Да, из района сводку требовали. Ну ладно, ты давай езжай. Да. Лучше рекой, мы рекой ехали. Володь, покажи ему. Сегодня в клубе танцы. Все бригады съехались. Покосты уж кончились. А мы что? Вы же энтузиасты. Да. Тонкая работа. Да я вижу, он приручил тебя. Забыл, как он по мордам тебя при всем народе нахлестал. Бригадиры метят. Кузьма мужик крепкий. Да. Никите перед ним не устоять. Ну ладно, пока. Ну. Да, слушай, а там бабы по тебе убиваются. Говорят, заели комары бедного. Что сказывать-то? Ну, пошла корявая. Молодец, Владимир. Вручай, Владимир. И шаш, Владимир. А тебе чего? Плохо дело. Не хватает, чтобы ты еще скис. Голова болит. На-ка, вот держи. Чай горячий. А это у меня вот НЗ. На крайний случай. Иногда так скрючит, хоть кричи. Пьешь? Нет? На, выпей. Не хочу. Выпей, выпей, через не хочу. У нас так на фронте лечились. Даже девушки пили. Давай иди в избу, устраивайся хорошенько. А я пойду покашу сколько-нибудь. А то наши нагрянут.
Ну, ну! Ну! Застоялись. Ну! Чего смотришь? С ума переметная. Думаешь, не вижу, как не улипнешь? Стой! Убежишь все! Навсегда! Зачем же ты больной лезешь под воду? Иди в избу. Дождались. Черт, какое сено упустили. А я-то, знаешь, разработался. Ну, сначала каюк, думаю. Потом ничего, прорвало. Человек себя в узде должен держать. На фронте так только и выживали. Ну и народ. Это они не иначе домой собираются. Что не лежится-то? А мне придется, пожалуй, Грибова махнуть. С этим праздником у них сейчас мозги набекрень. Уедут без сводки. Да и тебе порошки нужны. Давай я поеду. Да где тебе? Едва на ногах держишься. Отлежись. Чего лежать-то? Хватит. Вылежался. Хочешь в деревню податься, а мне здесь торчать? Ну что ж не бьешь? Ударь! Поработал. Хватит. Мы хоть в городе не жили, но тоже не лапнем, щи хлебаем. Дрянь. Я с тобой как с человеком, а ты... Убирайся к чертовой матери. И чтоб духу твоего здесь не было. Симулянт несчастный. Стой! Сводку возьмешь! Антипин Фролов. Значит, есть я? Сволочь, Колька. Антипин 2,9 га, Фролов 3,4 га. Правильно. Обскакал я его тогда. Антипин болезнь. Правильно. Болел Кузьма. Все на чистоту.
Фролов 1-2-га. С полудня валял дурака. Злостная симуляция. Тоже правильно. Сводку привез от Кузьмы Васильевича. Сводку? Вовремя привез. Передай товарищу Антипину, что мы решили благодарность ему вынести за ремонт косилки. Ты чего? Да нет, ничего. Нюрка, я там сводку привез. Вот обрадовал. Сколько там твоего сена в шепотках? Марья! Чего там? А ну покажись. Кузьма Васильевич поклон наказывал. Посмотри, дескать, как там мои. Поклон? А что мне в его поклоне? Лучше вместо поклона избу перекрыл. Понимаешь, сено горит. Сначала надо общее сделать. Он ж партийный. А что, партийному дом не нужен? Все как люди, все на праздник приехали. А что же он остался? Приедет, я ему задам. Ну ты губы-то не очень. Что? Губы, говорю, подожми. Муха влетит. Хочешь, чтоб каждый за себя был? Мужик у тебя золото. А ты сопротив него, ворона бесхвостая. Мать, а это даже хорошо, что в сводке про злостную симуляцию написано, верно? Ну, не знаю, что тут хорошего. По крайности, поверят. Завтра Нюрочка сводку получит, председателю побежит. Начнет причитать. Тут ошибка. Нет, Нюрочка, не ошибка. Придется тебе свои книги писать. Да на стену вывешивать. Эх, мили-мили, твоя неделя. Принимай, хозяйка. Вертолетика, вертолетика, вертолет, оранжевой. Осторожно. Никто любви нашей не знает. А это мой сын Володька. Оранжевой. А это Евгений. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуй, Володечка. Привет, честной компании. А что ты на сенокосе? Ты же на сенокосе должен быть. А зачем я на сенокосе должен быть? Вы будете гулять, а я работать? Хитрая. Брось свои дурацкие шутки. Ну что ты такой сердитый? Распустил ты своего парнишку. Хотя с бабой какой спрос, да особенно с такой, как Клавка. Какая она тебе Клавка? Ну ты еще рот мне раскрой. Возьму вот ремень и выдеру. И тебя заодно. Да брось, Федь. Ну и праздничек. Пришел к бабе в дом, а тут, оказывается, принцесса живет.
Так как теперь тебя звать? А ну, катись отсюда! Ой! Пошел вон! В моем доме будешь еще мою мать обижать. Ты это, парень, убери. Ты кого в дом водишь? Перед деревней стыдно. А ну, извиняйся перед матерью! Федь, ты извинись перед ним. Он хуже пьяного. Извиняюсь. Папаши. Тебя, Кузьма? Или ты его? Чего набучился? Гадкий. Гад. Весь фальшивый. Из-за тебя все. Хулиган! Чего ты коротвый? Гоните его вон! Ты его еще не знаешь. Тебе уши баяном заложило. А ну, выходи, все! А то... Ты что? А вы тут что? Господи! Кто ж тебя так? Иди ты. Вот ты вчера заступился за меня, я и рада. Не надо было в дом приводить. Во, и ты орешь. А я вчера, дура, разревелась, обрадовалась. Не одна я. Одна. А вот одна. Ни черта ты не понимаешь.
Ближе у тебя все равно никого нет. Кому ты нужен? А я все-таки для тебя мать. С кем это ты сцепился? С Колькой. Ох и дурной, ох и дурной. Нужен ты Нюрке. При чем тут Нюрка-то? Как же, вся деревня об этом знает. С кем равняешься-то? Колька на работе первый, к тому же гармонист. А Кузьма сказал, что паскудный парень Колька. А хочешь, уедем отсюда. Продадим дом и уедем. Чё нам уезжать-то? Уедем туда, где нас никто не знает. Я буду работать, и ты учиться пока до армии. Никуда я не поеду. Что мы, хуже других, что ли? Вон и Кузьма говорит, не позволяй про мать говорить плохо. И все. Ты чего? Да ты знаешь, как мы с Кузьмой жили. Ты не думай. Я теперь могу больше любого взрослого мужика наработать. Потому что... Что с тобой? Я дрянь. Бросил Кузьму. Дрянь я. Вставай, Никита, вставай. Кузьма там один ждет. Понимаешь, сено гибнет. Извини, свадьба. Ильин сене поднимаешь? Теперь зять мой, начальник сельхозтехники. Кузьма там один, больной. А Кузьму я люблю, уважаю. Игнат! Ну чего? Помоги. Понимаешь, сено горит. Кузьма там один ждет. Так что же ты все это не сказал председателю? Надо было вчера, а ты вон что в клубе устроил. И не стыдно-то. Председатель когда приходит на работу? По-разному. Там сено горит. А ты что ж в деревню прискакал? Ишь, разоделся-то как? А что, хуже всех, что ли? Как работать, так давай, давай, да? Ну, похулигань ты мне тут, похулигань. Мне председателя нужно. Нет его, из района еще не вернулся. Никита! Никита! Володченко! Володька! Кузьма там ждет, сено гибнет, ехать надо скорей. Я сейчас, сейчас. А где Кузьма? Да там он остался, ждет. Эх ты, одного оставил. Разве друга одного оставляют? Нельзя.